Передо мной Владимир Богданов, москвич, который неожиданно для всех, считаю, занял на первенстве России, команду первенства России по спортивной ходьбе в заходе на 10 километров в категории до 18 лет, 6 место. Но неожиданность в том, что сам Владимир, по-моему, занимается ходьбой около года, насколько я понял. Правильно? Да, почти год. Вам понравилось так заниматься, чтобы вы сразу заняли 6 место? Что вас так повлекло в ходьбе? Откуда вы пришли в ходьбу-то? Из бега, средней дистанции бегал. А что так поменяли популярный бег? В последнее время он больше популярен на ходьбу, которая не популярна среди любителей легкой атлетики. Ну, мне предложили, я подумал, почему бы и нет. И получилось? Да. Доволен? Да. Что сказал тренер? Молодец. Татьяна Фролова к вам подходила уже, что-то сказала? Да. Установку ее выполнили? Да. Не подвели? Нет. А теперь планы какие? Ну, что тренер скажет. В следующий раз на России в призы пытаюсь попасть. Ну хорошо, тогда желаем успехов. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.